Анастасия Колегова всегда мечтала о сцене Мариинского театра, но не мыслила себя в ином качестве, только солисткой прославленной труппы. Так и свершилось. Правда, не сразу после выпускного в Академии русского балета, а через 6 лет, уже с приобретенным опытом ведущей балерины Вильнюсского театра. Первый мой сезон в театре, и достаточно успешно, как я считаю, потому что я станцевала достаточно много сольных вещей и три ведущих партии. Это «Корсар», «Дон Кихот» и «Ля Вальс». Первый спектакль, по ним потом всю жизнь вспоминаешь вот эти нюансы, которые забываются иногда там. Может, меняются, но потом, когда хочешь вернуться к первоисточнику, обращаешься к своим самым первым записям. 16 лет в мире балета. Из них 10 лет солистка балета Мариинского театра Анастасия Колегова покоряет зрителей безупречной петербургской школой, доверительным диалогом ее героинь со зрителями. Такая же искренность общения и вне сцены. Хотя сама Анастасия признается, что она по-прежнему для малознакомых людей остается человеком закрытым, сосредоточенным на своей профессии. Попробуем узнать, о чем мечтает балерина, исполняющая все ведущие партии классического репертуара. Иногда складываются обстоятельства, так назревает такая усталость от именно то, что ты долго вот где-то вот именно в одном месте. У нас не может быть по-другому, потому что у нас сейчас 4 театра. Я не здесь, я во Владивостоке, я не здесь, я в Китае следующий месяц, Вашингтон, Баден-Баден. То есть по-любому я мечтаю о детях и семье, но я не хочу сейчас буквально, да, потому что для меня это так закручивает, как воронка. Идет очень целенаправленно, очень много. И только здесь. То видно, такой путь мне дан, что пока мое предназначение для этого. Наверное, все не просто так. Все записано. Юбилейный 10-й сезон подарил балерине долгожданную встречу с Никией. Это всего лишь 3-й выход Анастасии в этой партии, хотя балет «Байдерка» давно в репертуаре балерины, часто исполняющей партию Гамзати. Сюжетная линия балета наполнена восточной романтикой древней легенды о чувствах индийской танцовщицы Байдерки Никии к Салору. Это очень сложный балет. Очень сложный балет по образу, потому что мы не знаем, какой был. У нас нет прототипа реального. Каноны физической линии балета мы соблюдаем, мы их знаем. Образ, он очень тонкий. Донести его яркостью невозможно, потому что это храмовая танцовщица. То, что связано с религией, это вообще вещи как какие-то неощутимые, нематериальные, необъяснимые. Поэтому какой она была? Скорее всего, что она очень гордая. Очень гордая, но не менее ранимая и искренняя, потому что это молодая девушка. Ей не чужды человеческие страсти и любовь. Она погибает из-за любви. Сложный вопрос всей жизни. То, что ты одинок, публично одинок. Не публично одинок, ты одинок, когда остаешься один. И так важно это одиночество переживать. Когда есть цель, включаются все резервы организма и, прежде всего, безграничная воля артиста. Анастасия поделилась, что с детства склонна к полноте, и ей не раз приходилось сидеть на диете. Такое понятие, как сильный балеринский характер, мирно уживается у нее с верой в приметы. Но эти приметы не из числа тех, когда артисты не дают интервью до спектакля.
Да, приметы есть. Но банально перейти кошка дорогу, я всегда обхожу или дождусь, пока кто-нибудь до меня перейдет. Я очень верю вот в эту примету. В кошку черную, которая перебегает дорогу. Но не обязательно черная почему-то. За кулисами театра живет история о кошке, выбегающей на сцену во время спектакля. К счастью, Анастасии Колеговой не пришлось испытать такой стресс, как премьеру балета Фаруху Рузиматову. На его выходе в «Жизели» в луч света на сцене попала кошка, и артист услышал реакцию зала. С тех пор ни одна кошка не может попасть за кулисы театра. Очень коварная эта сцена. Иногда происходят такие вещи, которые никогда в жизни бы не случились на других площадках. Кто-то выбивает, как будто. Говорят же, что здесь прямо вот дух старины. Через нее пройти очень сложно. Поэтому я должна абстрагироваться обязательно, вспомнить все нюансы, проработать все детали. Недостатки есть у всех, и, конечно, приходится бороться и превращать их в достоинство, если не просто скрывать. Мне всегда приходится бороться с нервами, в первую очередь. Сложно переключиться не только образно, а именно технически, перейти на такую кантиленную пластику. Но это мастерство, опыт и, конечно, сила воли, потому что надо включать какие-то ресурсы внутренние. Важно еще в этом образе исключить плоское начало, потому что тень, она бестелесная, а мы все с телом. И нужно создать легкость за счет вот мышц, за счет работы мышц вдвойне. То есть это все нужно прорабатывать, чтобы потом было на сцене, как будто я ничего не делаю. Спустя 10 лет творческой жизни в Мариинском театре Анастасия Колегова признается, что именно этот театр смог стать для нее единственно возможным домом. Я балет люблю в разных его проявлениях, но у меня первостепенная задача – Мариинский театр. Сейчас я очень далека от общего мира балета, нежели 5 лет назад, когда я ездила каждый месяц. Франкфурт, аэропорт, каждый месяц я там по 2 раза бывала, потому что там стыковка очень удобная. Я знала весь мир балета от Аргентины до, не поверите, даже Ростова-на-Дону. Я знала даже, кто в Ростове танцует от Детазили. Очень я болею за будущее театра. Очень я рада, что так все хорошо развивается. Нас ждут новые премьеры. Так все блестяще.